Интернациональный долг в Афганистане выполняли и 723 сочинца. 15 из них погибли. Именно их имена высечены на мемориальной стеле «Афганский узел». У каждого присутствующего здесь и скорбь, и тяжесть на душе и на сердце. Но вы должны понимать, что вы не одни. Мы всегда будем оказывать содействие, поддержку по всем направлениям. Мы всегда будем помнить всех наших сочинцев, всех героев, всех тех, кто не вернулся с поля боя, и создадим условия, чтобы о них помнили дети. Первыми с цветами к памятнику «Афганский узел» подошли родственники и близкие погибших в Афганистане. Венки к монументу возложили ветераны боевых действий, представители воинских частей Сочи, правоохранительных органов, юнармейцы, воспитанники патриотических клубов. Память погибших почтили минутой молчания. А сегодня встреча с афганцами и семьями погибших воинов-интернационалистов прошла в администрации города. Проводим этот прием в администрации города Сочи. Почему? Потому что у этих людей действительно есть серьезнейшие заслуги перед нашим Отечеством. А тем более мы должны почтить вниманием и всегда это делаем членам воинов погибших, членов семей воинов погибших в Афганистане. Алексей Копайгородский вручил ветеранам медали за отвагу и мужество, а также благодарственные письма за патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 31-й годовщиной завершения выполнения боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.